20 лет жители Жанаарки ждут моста через железнодорожные пути, каждый день рискуя жизнью. Рельсы разделили поселок на две части, и люди вынуждены перелазить под составами, чтобы пробраться из одной части в другую. Казалось, в прошлом году строительство моста началось, но теперь опять откладывается на неопределенный срок. «Граждане, берегите свою жизнь и ходите по железнодорожным путям», гласит надпись на станции. Вот только ходить другим способом здесь невозможно. За линией жилые дома, по другую сторону школа, больница и магазины. Единственный путь через железную дорогу – вот эти мостки. Часто их преграждают составы и стоят часами. У людей нет другого выхода, как только пролезать под вагонами. Вот брат хотел домой идти, вот пешеход был закрыт, он под поездом шел, его оба ноги поезд отрезал. Вот недавно тоже вот здесь соседов, 11 класс, один парень сестренку провожал в школу. Вот школа через вот железные дороги у нас, 132-я школа, все дети там учатся. Вот он хотел провожать своего сестренку, и он тоже под поезд попал, оба ноги тоже отрезали. Ситуация очень печальная. Молодые люди умирают. То ноги режут, то руки режут, попадают, умирают. Ульяна Кужабаева потеряла брата. Он тоже попал под поезд, отрезала обе руки. Через какое-то время мужчина умер. Теперь мать переживает за своих 5 детей-школьников. Каждый день провожает их и встречает со школы. Зимой в морозы особенно сложно. Если на переходе стоит поезд, дети опаздывают на уроки, учителя жалуются. Вот парню тоже очень молодой, 30 или 32 года ему, сосед мой. Две ноги отрезала. Жалко, прям смотрим и плачем на него. Вот обращаемся, жалуемся, просим, молим, чтобы помогли нам. Очень много женщин, мать-героинь здесь живут, очень пенсионеров много, инвалидов много, которые не могут переехать ни туда, ни сюда. И мы, как бы, знаете, отшельники. Они же обещали, сколько лет тут проходит. Даже ветераны войны были тут, и то не могли. Сколько к ним обращались, никакого мира не занимают, ничего не делают они. Это все на словах они делают. Люди уже 20 лет просят построить безопасный переход. За это время здесь произошли десятки несчастных случаев. Подземный тоннель построить невозможно, на глубине 2 метра вода. Власти пообещали мост, выделили 60 миллионов тенге. В прошлом году начались работы, но их опять остановили. Подрядчик подал иск в суд из-за подорожания материалов. Они хотели корректировку на ПСД. Письмо писали, но мы отказали. Суд подали. В суде проиграли. Решение суда, что надо сделать корректировку. Ну, сейчас над корректировкой работаем. Сумма выросла до 120 миллионов тенге, потом до 224. Подрядчику выплатили аванс в 30% от суммы. В этом году по проекту мост уже должен быть построен. Власти надеются, что еще успеют. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, 5 канал.